Ну что же, всем доброй ночи, дорогие друзья. Вернулся я после отдыха от GoCL. Откомментировал сегодня на эту лигу. Теперь возвращаюсь к вам уже на лигу ESL Америка. Ну и играть у нас Immortals против Splice. Также мы сегодня с вами посмотрим комплексити против команды Cloud9. Вот здесь вот сомневаюсь, конечно, что у комплексити что-то получится против C9, который на ходу, а вот Immortal Splice, вот здесь тоже интереснее. Splice сейчас команда, которая с экспериментальным таким составом, я бы назвал. У них играет очень много различных людей из разных стран или даже континентов. То есть Ассилиан — это датчанин, Круцел — Нидерланды, Дэви — это Америка. То есть тут разброс большой команд. Зато Immortals. Все впятером. Пять бразильцев, воспитанники Фолина. И вроде как у них даже получается побеждать. Уже 2-0 ведут они на карте The Train. Врываются дальше. Лукас, посмотрите, прыгает, прыгает, бегает, ищет себе жертву. Находит одного, второго. Очень просто сейчас Immortals. Как к себе домой заходят на пленты. Но время действовать. Время действовать для Splice. Покупка открутся у снайп с кентовки. Именно он играет первым номером снайпером. Первый номер из всех со снайперской винтовки. Второй решил взять с Ария. Так получается, что один будет стоять Б. Круцел — это хелпущий на Б плент. А Ария будет играть уже хелпущий на зелень. Ну и Хэня. Снайпер также в составе команды Immortals. Начинается у нас веселье. Первая карта The Train. Следующая карта будет у нас Cobblestone. Ну и там у команды Immortals поболее шансов, я предполагаю. Просто я помню, как они играют им Cobblestone. Поэтому Train со Splice'ом надо цепляться за эту карту. У них на этой карте статистика не самая удачная. 24 игры, 8 побед, 16 поражений. Но учитывая, что это статистика идет аж с 2015 года. Последние игры обыграли не оптиков 16-12 в апреле. Ну и самая свежая игра — вы проиграли команде CLG 16-19 в мае. То есть давно, очень давно играли ребята эту карту. Раскидка от Immortals. Ай-яй-яй, не попадает Хэнни сейчас по Арии. На зелени, тот остается красным, правда, Ассилиан все-таки справляется с боссом. Бомба, правда, ставится прямо в смог. Ну и вот. Бомба поставлена, теперь Хэнни будет отстреливаться от всех подряд, а сзади заходит Зюс. Зюс делает еще минус от Круцела, два фрага уже залетает, а еще один Хэнни остается. И это первый раунд для команды Splice. Минус 3 от Круцела, и Splice все-таки выбивают эту бомбу. Так вот, Immortals. 6 матчей на Хелтворге. 4 победы, 2 поражения. Побеждали они Complexity. Побеждали они Luminosity. Побеждали они Godsend. Побеждали SK. Ну и проигрывали SK и Flipside. Это все было в июне. Вот самое свежее, 21 числа обыграли Complexity. И 20 числа обыграли команду Luminosity. Бразильцы тут бразильцев побеждали, так же, как и Годсентов. Итак, еще один закуп от команды Immortals. Хэнни продолжает играть с АОП, и вот он. Вот он минус со знаком плюс для Immortals. Лукас просто. Дорожные работы от Лукаса. Ромбовывает, правда, он стенку. И болт, в свою очередь, забирает через смог, получается так. Да, прошил он, видимо, игрока. А именно Арио с АВП. Потому что Ред до этого... А, нет, стоп, подождите, Ред у нас с АВП должен был умереть. Вот, да, вот Ария, а это Ред упал. Пока Ред, как суп, как игрок, не особо впечатляет. Бывают там некоторые просветления в плане камбэка для своей команды, но по факту человек только выливается в коллектив. Ну а Immortals продолжает доминацию на карте. 4-1. АВП от Хэнни пока работает как часы. Давно я, кстати, не видел, чтобы Хэнни хорошо отыграл с Авиком. То есть
где-то как-то по раску было, а сейчас он прям уже второй раунд делает open, и когда против тебя играется 2 ВП, и тебе приходится пострелять сразу двух снайперов. Тут дать, конечно, сложнее. А вот это вот уже поджим от Дэйви. Забрал Фелпа. Выбор у команды Splice спал на форс-бай. И это странно немножко. Есть скаут от Тари. Остальные без денег полностью остаются. Но почему-то Splice решил, что возьмем мы КТЗшки. Ну хотя, учитывая, что они проиграли прошлый раунд, и девайс на них был полностью проигран, денег они потеряли много. Так, Асилиан справляется с Зюсом, который пытался через верхний зайти на апленд. И заперты уже оказываются сейчас. Immortals опять с СЗшкой Дэйви запушил. Не ожидал сейчас такого. Чегост. Что творит Дэйви? Остановите этого парня. Ну как же так? Он с СЗшки заходит. Раз зашел, сделал фраг. Два зашел, сделал фраг. Три зашел, сделал фраг. Так они уже не знают просто, что ему делать. 1 в 5 с АВП. Ну, может даже взять калашников, наверное. С калашом будет попроще. Ну, хотя бы с собой забрал он Дэйви, который трипл килл в этом раунде обеспечил. Из ЦЗшки парень расколбас устроил. Как же так, Immortals? По одному, но отдались одному человеку, причем он врывался несколько раз. Ладно, первый раз ворвался. Ну, все, парень себя думает, ну, не будет больше выходить. Второй раз рвается, тот же думает, ну все, после такого, ну, врываться вообще ни в коем случае нельзя, ну, что за агрессия, ну, что это такое, ну, что это такое, ну, как так-то? А он пошел и третий раз тоже запушил, ну, по четвертой уже его Хэнни с трудом, ну, забрал, то есть мог еще и четвертого забрать Дэйви. В итоге второй раунд Сплайс все-таки себе еще отхватывают, но Immortals не особо, я думаю, печалены, хотя по моральке немножко стукнуло так. Так, Зюс будет ли пропрыгивать, чтобы Хэнни на Савика поконтролил? Ну, похоже, нет, да и нету в этом особого смысла. Круцио стоит на точке А, больше снайперов у команды Splice нету. Дороговато стоят им эти две снайперские винтовки. Так, подсадочка, подсаживают Асилина, чтобы тот прочекал план, принужден... Когда понадобится. Ну и Круцио спалился, то что он находится на апленту. Теперь не особо будет бояться Immortals снайпера на Б. Но даже если он и будет, то зигзага. Прибежит на хелпу Круцио на Б-плент. Вот он побежал. Ломанулся. Но это фейк. Фейки от бразильцев. Показ нам Круцио, автодиректор думает, что здесь появится топовый фраг, прострел через стенку. Это раскидка аплунта, фейковая. Минус посильно, фэлп. Вот так вот, Дэйви справляется с двумя, ред. Делает где-то еще один минус, Алтари, а Хэнни поставит опять-таки бомбу. Ну, 1 в 3 с АВП. Непосильная задача для этого молодого парня. 4-3. Immortals неплохо хотели разыграть. Но по факту получили стак на апленд, куда выходил один игрок. На Б спасся Дэйви, который забрал двоих. Хэнни, конечно, разменял своих тиммейтов, но в итоге остался один против троих. А дальше уже вы все прекрасно сами видели. 4-3 в одном шаге от того, чтобы сравнять счет. Splice. Думаю, не только за, чтобы сравнять счет. Но Immortals, Force Bind. Два калаша, Галил, два Тэкнайна, Force по гранатам. Есть гранаты, но и Дэйви пошел пушить со своим дробовичком. Вот это уже интереснее. Итак, Дэйви, раз, два, три, попадает он по фэлпу, отходит сразу же назад. Не догоняет его абсолютно никто, но open он дал. И поджим свой опять реализован. Дэйви продолжает сейчас терроризировать всю команду Immortals. После этого, мне кажется, будут сидеть и ждать этот поджим. Зато Силен доигрался. На Б-пленту стоял на этом же вагоне. Из подсадки его ребята забрали. То есть размен все-таки попал прямо в кадр. Ну
Но опять медленная игра от Immortals. Паразиты не хотят торопиться, хочется им все-таки преимущество свое оставить и попытка уйти в зелень. Уходит туда уже Зюс, я думаю, что в сотку все-таки кто-то пойдет. Ну и с Пласом, я думаю, сейчас надо повнимательнее посмотреть на аплент. Ну вот, Круцио, он при желании может уйти сразу же на аплент и оттуда тиммейтам помогать. Опять фейка на бэплент. Опять стягиваются у нас игроки команды Splice. Остался только один Ария. Но ему в спину приходят от Зюса пуля. Бомба ставится под аплент. Ну, конечно. Это тактические наработки. Парни просто знают, что надо делать. Они чувствуют карту. Они знают, как двигается их противник. Ну, даже если не знают, они знают, как могут передвигаться Splice. То, что раскидка, флешки. И опен на Б тоже поспособствовал тому, что сплайсы купились и поломанулись все в сторону Б-планта. А вот и пассажир. Минус по Дэйви. Пятый ран для команды Immortals. Действительно не дают они себя догнать. Ред сейвит калашников. Это все, что он может в данную секунду. Что по закупу у Splice? У Реда есть АВП, по желанию сейчас он может отдать. Нет, кольты. Кольты. Был. Один из них дропнут. Денег было много у Реда. Но АВП почему-то он не стал отдавать. Не знаю, правда, почему. Но, как факт. Задуматься мы с вами не будем. Три игрока около Б-плента, там опять поджиме Дэйви, но сколько бы раз он не поджимал, все равно делает фраг и уходит безнаказанно, как же так? Зюс, что с тобой не так? Слышит Дэйви сейчас Фелп. Неужели не услышал, как тот полиция забирался? Что происходит? Хэнни, меня спасили, но флешка залетает, и Хэнни спасается бегством. Но надолго ли Фелп? Там разваливают кабинушки. Фелп только сейчас нам показывает, как его разменяли. 2 в 2. Красный ред на Дэйви. Позиция. Мама. Вот это Хэнни сейчас дал прифайрышку в Дэйви. Остался вот этот лежать телом человечек. И ред. 6 хп. 1 в 2. Что делать пока непонятно. Очень страшно лезть куда-либо. Ну и похоже, да, все-таки болт завершает эти мучения Редом. 6-3 команда Immortals. Ну, показывай, кто тут папа. Я бы так это назвал. То есть Splice боролись, но Immortals оказываются пока что посильнее. Вот этот флик от Хэнни, конечно, даже не флик, а Prefire Савика. Но он был, конечно, хорош. Ну и предсказуем позиция Дэйви, когда вот он поджимает, он сразу садится и хочет еще очень много фрагов. Очень жадный до фрагов Дэйви, но иногда команда его не может поддержать. То есть уже 3 раунда или 4 раунда подряд были фраги с его участием первые. Но дальше когда-то смогли команда Splice поддержать его, когда-то нет. Круцио потерялся во времени и в пространстве. Не знаю, куда деться, между вагонами метался. Хэнни ему помог найти успокоение. Ну и Лукас. Раз, два, все, пошел, зашел на плент. Фелд находит еще в пункту одного игрока. Ну а Дэйви, как обычно. Дэйви пошел убивать людей, перестреливает он Зюса. Долго плечиком махал. И в итоге бомбу, по-моему, даже оставили ребята на пленту. Ой-ой-ой, а Дэйви-то... Дэйви контролит бомбу. И уходит на Б-плент. Он то ли сейвит, то ли сейчас пойдет на плент. Вот так вот. Дэйви пошел и убил спину. Так, ну что будет делать Дэйви? Его ждут. Времени на то, чтобы куда-то обходить, нету.
А тут в два ствола парня принимают зигзаг. Хэня чекает спину, никого не видит. Ну и вверх-вниз. Дэйви слышит, как сходит в сотке Хэня. Прилетел молотов. Совсем туда, куда надо. Фэлп делает раунд 1 в 1. Два фрага в раунде, но седьмой для Immortals. 7-3 с плайсом. Была хорошая попытка от Дэйви. Прям он слышал каждое движение. Хэня, мне прям даже понравилось, как играет Дэйви. Но вообще он единственный, по-моему, среди всей команды, кто старается хоть что-то делать самостоятельно, а не ждет, пока добыча сама придет к тебе в руки. Но учитывая, что он стоит на Б-планту один, то это еще больше плюсиков в его карму. Так, на этот раз уже ожидаемо находится у нас Дэйви в поджиме. Пошла фейковая раскидка на точку Б. Ну а сами Immortals, по-моему, не собираются вообще ни разу выходить на Б. Опять стянулись. Immortals передерживают сейчас с паузой. Пора бы уже, наверное, выходить. Ну, опять стянулись все сплайс. Почему они так легко и непринужденно верят в эти стяжки? Причем Immortals испарились, и нигде нету. Затаились у нас Immortals, затаили сплайс. В ожидании, где же появится в итоге противник. Ну и у нас здесь проходит Хэня, делает минус опен с АВП. Минус по реду. Крутится у Савиком вверх, не замечает, идет минус по фэлпу, еще дальше проходит, ну и красный, ох, хорошо, как играет Крутсел, залезает на верхотуру, справится с ним Хэнни, по-моему, простреливает, да, через голову, через стенку, ну а боссу надо просто жить. Хэнни поставит бомбу, в это время босс будет его прикрывать, ставится бомба прямо под босса. Ну и Хэнни с АВП сбоку так вот аккуратненько выходит, забирает Арию, восьмой раунд для Immortals. Пока без особых проблем. Immortals берут раунды в атаке. Все очень красиво получается у них. Не то, что, наверное, на GoCL. Ну, продолжаем смотреть. Эко раунд оф сплайс. Деньги закончились. Вера в светлое будущее в этом матче тоже, по-моему. Ну и вот как-то слишком уж просто Immortals отыгрывают. Убегают и ничего не боятся. Болтс и свою наглость, конечно же, поплатился. Ну а Дэйви, как обычно. Дэйви, как обычно, пошел гулять. Попал по Хэне очень плотно. 17 хп ему оставил. Прострелы не залетают. Молотов, ну и все. Дэйви отсюда уже ни в коем случае не выйдет. Пойдет играть другой позиции, где его будут тоже ждать. О, Зюс уже говорит, хватит, малой, хватит стрелять. Тут никого нету. Он ушел. Ушел наверх-вниз. Ну, а Дэйви вообще пошел сейвить свой первый армор. Это тоже правильно, слишком лишние деньги ненужными не бывают. Доброе утро всем еще раз, друзья. Смотрим мы с вами первую игру пока что. Сегодня у нас будет 4 их. Параллельно с каждой игрой будет идти еще другая. То есть параллельно с нашими матчами будут также играться матчи Optic Gaming и United, Selfless, Winter Fox и Complexity Cloud Knight. Это то, что мы будем с вами комментировать, смотреть. Сейчас раз, два. 8 матчей, то есть 4 команды. Ой, Ассилиан, а что так легко? Забрал одного с кольта, второго с Джейк. Сжечь попросили. Но он подумал, что почему бы и нет. Теперь Крутцев решил подгореть немного. Тоже по молоту пробежался. Уже в упоре находится здесь Зюс под флешечки. Но вот надо это вот
Просто запоминать, как двигаются игроки команды Immortals, это на заглядение, конечно, действие. И посмотрите, что творит Зюс. Минус 2 уже. Есть размен от Реда, но он последний. 1 в 2. Флешка вылетает, и все-таки Фелпс запомнил, где вышел его противник. И вот даже из такой ситуации, вроде бы 3 в 5. Что? Как вообще? Как это возможно? 3 в 5 ситуации, и парни выходят, ничего не боятся. Это называется опыт игры в меньшинстве у команды Immortals. Даже когда вас трое, не надо ни в коем случае чего-либо бояться, не надо ни в коем случае зажиматься, ждать каких-то поджимов. Надо брать инициативу в свои руки. А то, что тут инициатива всегда против инициатора, это такое бывает. Такое бывает, вот Ария сейчас берет инициативу в свои руки, и пока что он молодец. Забрал 2x5-7, Immortals опять-таки вдвоем остаются. Заправил сейчас за шиворот Зевса. Ну и Хэнни последний. Ну и вот минус от Тасильяна. Ну что, 4 раунда. Много ли или мало? Хватит ли или нет? Ребят, будет у нас сегодня 4 матча. Еще раз повторю для тех, кто не понимает, как тут все происходит, делает. Все карты идут, все матчи идут best of 1 по одной карте. Карты уже известны, пикаются они рандомно. То есть команды банят по одной-две карты. И в итоге вот это best of 1 появляется рандомно. И играются как по футбольной системе. Каждый с каждым подряд, чтобы вот не было. Один круг команда сыграла с кем-то, второй круг, а тут сразу раз, все отстрелялись и больше не встретились. Так, ну и Дэви, неудачный прием. Бэплента. Еще один фраг. Ария и Зидэви больше не помогут своей команде. Зато Immortals в полном составе. Осилен заходит в спину. Справляется он и с Фелпом. Но бомба идет с ковров. Или с дома Б. Если говорить проще. Круцел минус по Зюсу. Забрал он и его, и выход на плен будет, да? Да? Через сотку парни вываливаются. Ну а там в спине Лукас. Справляется он с Круцелом, забирает АВП. Какое-то время еще на себя подвлекает внимание. Ну ой-ой-ой, еще фраг делает Лукас. Ред, конечно, подоспел почти вовремя. Не хватило 2 секунд, чтобы спасти тиммейта. В итоге бомба поставлена. И у Реда нету больше никаких шансов, как пойти и выбивать. Последний раунд тут уже не до сейва. Ботс. Болтс. 11 раунд для команды приносит. Бот Болтс. Да не, ребят. Ты вчера нас ночные кастил, я. Ну а кому же еще-то? Ну слушайте. По-моему, уже должны привыкнуть, то, что именно я только комментирую Америку. Уже второй год, как бы, я на Америке сижу, поэтому. Да. Ну, даже не второй год, сейчас вот первый закончится скоро. Второй сезон. Для меня как это год целый. Кстати, что у нас сегодня вообще по картам? Первый играется Трейнер, следующая будет Cobblestone. Карта Cloud9 выпала также Train и Overpass. То есть сегодня у нас будет повторочка Трейна. Но для комплекции это, конечно, не легче. Но вот Immortals проиграли свои матчи на Кэше, по-моему, и на Кобулсту. А, нет, Кобулсту не выиграли. На какой карте не проиграли еще? Не могу сейчас вспомнить. Кому-то они еще проигрывали. А может и не проигрывали. Не суть. Каждого второй половины. Считаю я еще чатик.
Так, кто-то говорит, что мертвый чатик, кто-то говорит, что... Кто ты такой? Я? Ну... Начнем с того, что я комментатор. Уже близко к истине. Так, потом могу сказать то, что зовут меня Петр. И ник мой Флайф. И то, что я работаю на Рухаб. Вот что я могу сказать про себя. Только больше никому не рассказывайте. А то все узнают и будет неинтересно. Так, полетели в респект в чатик, я аж прям чуть не это, тут, прям здесь. Ну и пистолетка, очень важный момент, гранаты есть. Три смока, хаешка от Immortals, трое китов. Вот это, конечно, интересный выбор, трое китов многовато, я думаю. Такие вот. Трое китов, это, по-моему, даже немного перебор. Но они купили, потому что смоки есть, а на остальные деньги купить армора не получается. Поэтому давайте-ка мы купим себе китов. Ну и прячется у нас на новой девятке игроки команды Immortals. Хэнни остается один в итоге. Не дождался он тиммейтов, пока те выживут. Ну и так все хорошо начиналось для Immortals, но и бомба будет ставиться на пленту. Но Хэнни постарается. Оу, 5 хп у Хэнни. Тут должно произойти чудо, и оно не происходит. Пятый раунд для Splice. Будет форсбайт команды Immortals. Зная, как они играют, зная, какой характер у этих бразильцев, то могли вполне они взять форсбайт, так и происходит. Да. Скаута, правда, мы не увидим. Фэлп мог как раз-таки себе этот скаут купить, но оставляет он деньги на... Потом, нет, не поставляют, почему, а почему это скаут не купил? А, нет, стоп, 1700, ну да, мог бы скаут взять. В общем, странные какие-то поползновения у команды Immortals, но зато закупились Лукас и Хэнни по диглу. $800 у них остается, но Хэнни по минималочке закупился, потому что ему еще АВП покупать, ну а Лукас просто, наверное, еврей. Ну и Splice, они ожидают как раз какие-то агрессии. Видим, стоят и ждут поджима. Зелень тоже не сразу занимает. Круцел в сотке. Ну и тоже видите, чем занимается Круцел. Так, Болтс рассматривает двери. Трансформаторной будки. Как штатный ремонтер. Ремонтер. Отвечает за электричество, поэтому и стоит здесь рядом. Ну, видите, он там что-то знает. Болтс что-то знает. И что-то знает Круцел, который забрал Лукаса в поджиме. Но зато Болтс справляется сейчас с выходом сотки. Еще одного игрока пытается надамажить. Хаешка с прыжка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Еще и по голове попадает Рэду. Неплохая игра от Болтса. Он по максималке сейчас свою позицию отыграл. Проходит мимо Зевса игрок, а там уже зелень приходит, зелень, сюрприз. Хэнни опять последний. Хэнни опять последний, и что-то пошло не так. Что-то, дорогие друзья, пошло не так. Команда Immortals сливает еще один раунд, и еще один раунд мы с вами посмотрим эко у Immortals. Видим, что они закупились, соответственно... Следующие сливные раунды. Так. Что еще? Какая статистика? Еще нам интересно. Но между собой команд статы нету, поэтому сложно сказать. За последние 5 матчей Immortals проиграли только E-United вчера на Дасте. Это было очень удивительное событие, но оно произошло. Ну а Splice... Настолько у них переменный успех, что даже страшно представить. Проиграли Complexity, потом выиграли Complexity. Проиграли Тайлу, проиграли Envyos'ом 4-16, то есть вообще в месищу. Выиграли команду Renegades. Заслуги у команды Splice не такие великие, как у Immortals. Посмотрите на Зюса, боже.
Что это такое? Это Зюс. Зюс, это капитан. А Лукас вообще с Дигла убивает людей. Да, ну, попытка не пытка. Попытался Зюс сейчас с фармгана сделать фраг. Не получается ему заспреить Осилиана. И Дэйви подобрал, по-моему, эту Зишку или нет? Где Дэйви? Нет, он со своим Макс Эваном, неоновый гонщик, играет. Забирает людей, минус по Хэнни. Тут еще и Лукас есть. Лукас уже оформил себе Дигл и попадает по Дэйви. Выбивает он УЗИшку. Он делал счет по составам 3-3. Ну и попытка издалека попасть не получается. Фелп ставит прямо под него бомбу, но нет, не совсем под него. Круцел доконтролил вверх. Ну и все. Болт с УЗИшкой Дэйви, но пока никого не видит. Круцел это главный сейчас игрок у Сплайс. Он в зелени находится. Опа. Ария. Минус по Лукасу. Последний болтс. Пойдет фармить или нет? Ну да. Что ему терять? Так, закуп в следующем раунде. Эта УЗИшка ему нафиг не нужна. Может быть, кого-то еще и подрезать можно было бы. Возможно, получилось бы даже заработать себе лишние денежки. Дробик от Зюса. Парень побежит, отстреливает дроп-рум. Хэнни с АВП. Сразу же, наверное, будет играть через зелень. Фелп. UMP в руках. Фелп также идет на аплент. Ну, где Фелп? Где деньги? 950, ну, знаю, вот такое. UP-шка. UMP против калашей. Это не всегда есть хорошо. Но посмотрим, что будет дальше. У нас укрепление Б-плента. Болтс вместе с Зюсом вдвоем будут отыгрывать. Боятся они, опасаются какого-то агрессивного действия со стороны противника. Это именно в эту зону карты. Но пока видим, бразильцы долго будут ждать американскую дружину. Вот она бомба, вот она команда Splice. Втроем ребята будут раскидывать Plant A. И будет раскидка для сплит-выхода на точку А. Лукас играет в старой девятке, в новой девятке. Хэнни попытался через смок выпрыгнуть и еще раз попасть, но горит. Как это назвать? Я даже не представляю себе. Горят люди. Горят люди повсеместно. Один сжигает своего же, Круцел сжег своего. Потом еще и получилось из-за Хэнни. Пардонте, не за Хэнни, а за вот другого бразильца. Но 12 раунд Immortals все-таки себе забирают. Еще 4 и следующая карта не за горами. Я знаю, что он Фелпс. Но как написано, так и читаю. Я могу читать Фелпера. Что лучше, Фелпс или Фелп или Фелпера? Мне кажется, второе. Да? Или первое? Так, ну вот Immortals, видно то, что у них шило в одном месте работает нон-стоп 24/7. Прострелы, какие-то гранаты. Splice все это время сидят и ждут. Очень-очень медленная игра от Splice. И как бы толку пока от этого очень мало. Пошла скидка от Splice, но вверх-вниз залетает смок от Immortals. Даже если сейчас Splice и под флешку будут выходить, для них это может быть неудачно. Оу, горит Круцел. 5 хп остается в итоге. Очень не повезло ему с флешкой. Он чуть не умер из-за флешки. Так, ну и болтс. Витка остается бомба. 2 красных игрока остаются. Ария 10 хп, 5 хп у Круцела. Зюс дробовика даже может издалека напопадать. Наподдать. Первый пошел. Следующий. Привозите и вот этого тоже. Бац, все, Зюс, изи. Изи разобрался. Нашел первого, нашел второго. В итоге 13-7 команда Immortals берет этот раунд. И надо дефузить бомбу. Да, получается сейчас Зюс. АВП пошел подбирать. Подобрал АВП Хэнни. И легкий, в принципе, раунд для Immortals.
Саммит в бывшем КСе, как я понял. Потому что написано... Все, я не буду... Я не хочу просто говорить про то, как правильно произносится и прочее, прочее, прочее. Мне просто сказали, как правильно произносить. Поэтому я так и называю. Так, у нас тут очень легкий, очень быстрая эко от сплайса. Это вот... Зюс это как Гвардиан произносится, а правильно Гардиан. То есть, если посмотреть на никнейм Владислава, там читается как Гардиан, без В. Но многие говорят, а чё он Гардиан, и он же Гвардиан. А потому что читается правильно именно так, а не по-другому. Это уже люди придумали, им показалось, что это классно, это показалось, что именно так и правильно, и все, и потом пошел как мейнстрим. Так что тут уже нет смысла спорить. Надо смотреть игру. Главное, вы понимаете, про кого я говорю. Хэйни, попадает по Дэви. Один хп, один хп. Убейте его флешкой. Да, сжег уже Фелп сразу же. Моментально. Он сжег Дэви. Хэйни продолжает смотреть и попадает опять-таки по зелени. Ария красный. Не знаю, на что надеяться сейчас, ребята. Слишком... Не знаю, вот... Вот так вот выскакивать на зелень, это, конечно, какие-то непонятные действия от Сплайс. Знаю то, что там АВП. И все равно вылазить с прыжка, ну, надежда в том, что он промахнется, конечно, это интересно. Так, Хэнни ползет. Хэнни ползет, Хэнни пополз и делает фраг, но тут же размен. Залетает от Круцела, Зюс последний против двоих. Ну что же, бразильский Зевс, если вам так будет угодно, раз уж вам не нравится Зюс. Попадает по одному. Догадывается, где находится второй, но бомба стоит прямо под него. Ой, Круцел, после такого, конечно, можно отдать раунд. Ломанулся. Ломанулся молодой. Ну а Зевс на своем опыте все-таки делает фраг. Ну и 15-й Immortals. Пока не было пролага. Мы уже привыкли к тому, что когда GoTV пролагивает, то, соответственно, команда выигрывает раунд. Тут, кстати говоря, пролагов на ESL именно нету. То есть тоже GoCL, там сразу понятно, когда пролаг, значит, можно ожидать следующей карты, либо конца трансляции. А здесь все очень четко сделано. Так, Лукас понапростреливать решил, никого, правда, не попал. Ну, знаете, простреливать с двадцатки, когда у тебя всего три обоймы. А раунды бывают очень длинные. Ну и вот он, Зевс своего же успел заденайть, говорит, парень, ну ты, в общем, уже был и так мертвый, так что прости. Прости, пожалуйста, я тебя не хотел убивать. Так получилось. Ну и куда направились интересные сплайсы? У них минута времени. Последний раунд. Ошибаться ни в коем случае нельзя. Цена ошибки... Проигранная игра и отданные 3 очка. Они в меньшинстве. Направляется в сторону зелени. Ага, вот так вот даже решили ребята разыграть. Так, перестрелку нам, правда, не показывают, а все диктор, но... Зевс остался пока в живых. Хэнни. Минус по Дэви, падает также еще и Ария, последний Круцел. Ну и с бомбой, конечно. Он зелень может и пройдет. Но нет, походу нет. Победа команды Immortals в первом матче сегодняшнего вечера, ночи, утра. Может быть, у кого-то уже, скорее всего, утро. У нас 4 часа ночи. Или 4... Ну как правильно, 4 часа ночи и 4 часа утра. Как по мне, это 5 утра, 4 ночи. Пока еще. Ладно, не суть, не будем забивать.